Огромное масляное пятно разлилось по Енисею на севере края. Вода там буквально переливается всеми цветами радуги. Очевидцы говорят, что пятно начинается от причала в районе Левинских песков, это поселок рядом с Дудинкой, и растянулось на сотни метров вниз по течению. Оно медленно дрейфует в сторону Карского моря. От пятна пахнет дизтопливом. Вот с причала тут баржа стояла, уехала. Я так думаю, от нее. Вот это вот причало. Начинается это пятно. Официальные структуры, МЧС и природоохранная прокуратура пока не комментируют это происшествие. Следственное управление на транспорте начало проверку.